пободрее, посмелее, чтобы было веселее. Тему нашей сегодняшней передачи можно определить словом «ретро». Ретро – это то, что волновало нас недавно. А что, другие не взглянешь, лишь одно застанешь, и не жалея силы денег, всех этот фасон держать, и терпят разные муки, и на разные штуки, и все кидаются, чтобы фасон свой доказать. Одевают узкие ботинки, целый день тащат на скитин рынке. Молодой джаз, первые кинокомедии, и музыка, музыка. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Сегодня мы будем слушать старые танго, смотреть старые фильмы. Что-то стареет, но живет. Интересно и то, что постарело. Вы имеете в виду бег в мешках? А что, неплохая штука, развивает прыгучесть. Так устроен человек. В памяти остается самое светлое. Нынче ретро в цене, наши годы такие. Организм борется и отторгает. А в памяти остается самое светлое, самое приятное. Вечера Маяковского. Дремать нельзя, надо спешить. Ретро, ретро. Там прически были другими, и туфли оставляли белые следы. Раньше мужчины ухаживали за женщинами, теперь за машинами. Ретро – это старая записная книжка с номерами телефонов. В1-2854, К4-4896. А в этой записной книжке имена и отчества девушек. Помню, как сейчас, в гуме как-то раз, галстук я себе купил. 30 лет и зим, я неотразим, в галстуке шикарном был. Стоило его надеть, и ждал меня успех. Много знал красавиц я, и покорял их всех. Множеством побед я за 30 лет был обязан галстуку. Весь прекрасный пол, глянув на него, становился ласковым. Как по волшебству, сердце большинству, я 30 лет разбивал, и неудачи я не знал. И в том, конечно, он был виной, чудесный галстук мой. Только что за черт, с некоторых пор, очень растревожен я. В галстуке хожу, но не нахожу взглядов я восторженных. Знать за 30 лет выленил весь цвет, местами сильно потерт, и вообще третий сорт. И почему-то над ним видна седина. Все стало как-то не так. Ведь мне уже 50, а я не женат. В этом ветреный мой старый галстук виноват. Конечно, для тех, кто видел кино, театр, кто был ровесником поэзии 20-40-х годов, что-то теряет сегодняшнее, чего-то не хватает в прошлом. Там было много такого, что осталось навсегда. Там были студенты в шинелях и доценты в боевых орденах. Там дети играли гильзами от патронов. И был праздник, лучше которого мы не знали. Там нельзя было сказать «поддержи меня, а за это я тебя».
без риска потерять лицо, голову и ноги. Там было много хорошего, было много такого, чего нельзя забыть. 1919 год. Конкурс мелодрамы. В жюри конкурса Луначарской, Шаляпин. Секретарь конкурса Горький. Вот некоторые из его отзывов. Пьеса под девизом «Жизнь для жизни». Крепостное право. Помещик, деспот и самодур угнетает. Дочь, крестьян, приемыша, а всего более читателя. Дочь дура, приемыш дурак, помещик тоже дурак. Действий нет, характеров нет, звучных слов нет, таланта тоже нет. Одно угнетение. А писать-то надобно просто, как будто беседуешь с милейшим другом, который поймет тебя с полуслова. Стихи начал писать, подражая частушкам. Сергей Есенин. Есенин с гордостью говорил, что им записано около 4000 рязанских частушек. Ну вот, к примеру, девичьи полюбовные. Пойдем, милой, стороною, а то скажут муж с женою. Рассыпься, горох, по чистому блюду, я любил всех подряд, теперь я не буду. Мой муж арбуз, а я его дыня, он вчера меня побил, а я его ныня. Ну вот наверняка уже обращение к самому поэту. Твои глаза мои тоже, что не женишься, Сережа. Ну, Есенин, конечно, любил и сам сочинять частушки. Вот, например, частушки о поэтах. Я сидела на песке у моста высокого, нету лучшей стихов Александра Блокова. Пляшет Брюсов по Тверской, не мышом, а крысиной. Дядя, дядя, я большой, скоро буду с лысиной. Вечера Маяковского. Дремать нельзя, надо спешить. Аудиторию политехнического раскачивает толпа. Ваши стихи мне непонятны, кричит кто-то. Ну ничего, отвечает он, ваши дети их поймут. Нет, и дети мои не поймут. А почему же о них так плохо думаете? Может быть, они пойдут в маму? А мама умнее. Вы это уже говорили в Харькове. А я и не знал, что вы всюду за мной. Очень приятно. Маяковской, вы утверждаете, что вы коллективист, а сам сюда пишете «я-я-я». Но, как вы думаете, Николай II был коллективист, а он всюду писал «мы, Николай II». Потом, нельзя ж везде говорить «мы». Ну, а, допустим, если вы девушке в любви объясняться станете, что ж вы ей так и скажете «мы вас любим». Она же спросит, а сколько вас? Итоги прошлого конкурса фотоателье для телезрителей. То ни пруд, ни озеро, ни речка, на ликера водочном утечка. Так считает товарищ Егоров из Москвы. Факт налицо, не может быть двух мнений, стоит у колонки Сазонов Евгений. Судьба загнала его в этот проток, и создал он вечный бурный поток. Это Вячеслав Мирохимов из Ташкента. Вот очень хорошая подпись. Товарищ Овчинников из Ташкента считает, что это Робинзон Ведруза. Товарищ Ситников из Тулы написал: «Я не знаю, как у вас, а у нас в Венеции. Не все, что разливается, со вкусом выпивается». Аплодисменты заслужил товарищ Кротиков из Горловки. И вот. Вот это водовиль. Товарищ Шляпников, москвич. Спасибо вам, товарищи.
А теперь новый конкурс фотоателье. Эту фотографию нам прислал Евгений Алексеевич Сергеев из города Челябинска. Уважаемые телезрители, у вас срок 20 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Напоминаю адрес: 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, передача «Вокруг смеха». Ну, а вы, милые гости концертной студии, имеете время до конца передачи. Какими бы наивными не были старые фильмы, что же в них так привлекает? Характерной чертой старых кинокомедий была и остается искренность. Кадочников белый, вот-вот, и качает головкой. Белый. Ну что ж, дорогие друзья, как говорят, время есть время. Ну а времени, о его быстротечности... Давайте мы с вами поговорим в конце нашего разговора. Я родился в Ленинграде, недалеко от Александринского театра, ныне Пушкинского театра. Вот. А мне не было года, родители увезли меня на Урал, на свою родину, в деревню. Я как в драгоценную шкатулку вбирал в себя, видимо, все, что потом мне послужило, ну что ли, пищей. В моих работах и в театре, и в кино. Я вот сейчас вспоминаю, как в наше село на ярмарке стекалось очень много народу. Огромный мужик с огненной бородой, рыжими волосами, стоит на возвышении, в руках у него коса, в другой руке брусок. Он говорит: забиваем косу, делаем лезвие, как обух, но берем брусочек карборунд и по одной сторонке раз, по другой сторонке раз, быстрой скорости мои трубцы делят лезвие, тонкой, что бумагой, острой, что бритва. Если вам сын разбил стекло, не надо бежать к Даниле, от Данили Гаврили, кормить его кашей, звать его папашей, а стоит только... Не выпить бутылку пива, не съесть тухлую селедку, а приобрести такое-то чило в каждом доме, в каждом хозяйстве. Правая рука. Но прошло какое-то время, и я оказался в Ленинграде, стал поступать в театральный институт, накопив себе очень многое. Так мне казалось. Но на первых же приемных испытаниях меня сразу же остановила экзаменаторша из-за моего выговора, из-за уральского говорка. Я ведь разговаривал примерно так. Пошел, да поехал, что говоришь, вот так вот, понимаю, как-то своеобразно, очень хорошо говорил. Она остановила меня, посмотрела на меня недоброжелательно через лорнет и сказала: что это такое? Боже мой, откуда это такое? Я так был обижен, так огорчен, что, видимо, так же обижен, и сказал: чё откуда? Я с Урала приехал, у нас все так говорят. Но если у вас все так говорят, это не значит, что вы имеете право читать классическое произведение с таким ужасным выговором. Читайте свои какие-нибудь уральские побаски. И уже от горькой обиды, знаешь, что меня не примут, я прочитал. Только не ей. От нее отвернулся, а комиссии прочитал что-то в таком роде. Митя! Чё? Ты куды с веревком-то? Да на болото! А чё на болоте-то? Да дед Пахом утонул! Да как? Да по щиколотку! Так ты не беги, дурной, он выплывет!
Да не выплыть, понимаешь, он вниз головой! Вот вспоминая эту коротенькую бумажку, мне самому становится смешно. Но ведь все дело в том, что именно она моя сердечная, и позволила мне поступить в театральный институт и благополучно его закончить. И вот действительно, сколько от наблюдений, жизненных наблюдений, приходит к нам во время работы над той или иной ролью. Мой брат был биолог, а мне нужно было играть агронома. Мне нужно было обругать моего партнера хомяком. А партнер был Петр Мартынович Олейников. А я спросил у брата, а как по-латыни хомяк? Он сказал, мизокрицетус нигрикулус. Я подошел к Иосифу Ефимовичу Хейфицу и сказал, а что, если я его, когда буду ругать, обругаю его не хомяком, а скажу ему, ты понимаешь, ты кто? Ты есть мизокрицетус нигрикулус. Он говорит, только, пожалуйста, ради Бога, Павел, вы ничего не говорите Петру Мартыновичу об этом. Интересно, как он это воспримет? Как это воспримет? И вот комбайнер что-то такое напутлял, очень плохо убрал урожай. Агроном Архипов, который зовут конкретный Ваня, подходит к комбайну, забирается на него, говорит, ты что делаешь? Что ты делаешь? Ты понимаешь, не понимаешь, что тут в каждый колос труд человеческий вложен, а ты напутлял, понимаешь, ты как все равно, как этот, как мизокрицетус нигрикулус. Пауза, и вдруг, а чей-то? Вот, дорогие друзья, ну а теперь о времени. Время, конечно, есть время. Я вам скажу, сейчас меня встречают люди, обычно похлопают по плечу, и не спрашивают просто так, ну как здоровье, а обязательно громко. Ну как здоровьишко-то, а? Ну что мне делать? Включаешь в эту игру, подгибаю коленки, гну спину. И говорю, плоховато, помираю помаленьку. Но ведь я знаю и другое. А что Сеченов, например, лучшие свои открытия сделал в зрелом возрасте. Академик Павлов тоже. Я был в Феодосии, снимался в картине Санта Эсперанса. Зашел в музей феодосийский и посмотрел «Среди волн». Это лучшая картина Айвазовского. Лучшая. Но ведь он ее написал, когда ему было 81 год. Так что у меня еще все. Но мне кажется, вот лучше всего на вопрос времени отвечает вечный дед в картине «Сибириада». Мимо него проходит вездеход, из вездехода высовывается голова, открывается дверь. Это Никита Михалков, который играет нефтяника. Смотрит на деда и говорит, дед, ты еще живой? Тебе ж помирать пора. Ты же чужой век догрызаешь. А дед на него смотрит одним глазом и говорит, помирай не старый, а поспелый. Я, видать, еще не поспел. Спасибо. Чем дороги бывают трудней, тем шагают настойчивее люди. И о возрасте наших друзей мы не только по паспорту судим. Нам года не беда, если к цели стремимся большой. Оставайтесь друзьям молодыми, никогда
никогда, никогда не старейте душой, чтобы все, как один доктора, находили вас в полном порядке. Каждый день начинайте с утра бодрым маршем спортивной зарядки. Нам годами беда, если к цели стремимся большой. Оставайтесь, друзья, молодыми. Никогда, никогда, никогда не старейте душой. Очень популярен художественный свист. И вот, к нашей вашей радости, нам удалось найти двух исполнителей-виртуозов и пригласить их к нам. Они высвистывают самые трудные в техническом и мелодическом отношении произведения. Их знают на всех широтах, на всех континентах. Впервые на нашей сцене два пля-кан-два. Поняли, что эту милую актерскую шутку, эстрадную пародию исполняли народные артисты Советского Союза Ростислав Яныч Плят и Владимир Аркадьевич Канделаки. Скажите, а правда ли, что ваш ансамбль «Два пля-кан-два» организовался в 1932 году? Нет. А вам приходилось когда-нибудь работать в одном театре? Нет. Да. А вы играли в одном спектакле? Нет. Снимались в одном фильме? Да. Нет. А вы вообще знакомы? Нет. Да. А что же вас свело вместе? Неужели участие в нашей передаче? Да, за что вам мы чрезвычайно признательны. А мы вам спасибо. Вот сила ваша. Спасибо. Вы знаете, когда сижу дома, и вдруг мне захотелось свистнуть. Вот я и свистнул, и... Появился Плят.
У меня на Бронной у себя возникло какое-то желание. И мы пересвистели. И вот с тех пор мы плякан, плят канделаки. Жаль, мюзикл. Жаль, что веселые искрометные представления так незаслуженно превратились в ретро. Осталась сборная солянка, называемая эстрадным концертом, где роль режиссера выполняет администратор. Он и выстраивает его по нарастанию. То есть первым идет наиболее спешащий артист, а последним идет артист, которого уже никто и нигде не ждет. А разное сочетание одних и тех же фамилий образует концерты с разными названиями, где количество не успевает перейти в качество и остается при себе. Ну что ж, надеюсь, ко мне это не относится, Александр Александрович. Добрый вечер, друзья, здрасте. Здрасте. Действительно, друзья мои, что сегодня, как и многие десятилетия, царит на нашей эстраде? Во-первых, конечно, я. Во-вторых, мои неистребимые последователи и, как говорят прогрессивные философы, третьего не дано. Бурные аплодисменты попрошу быстренько, пожалуйста. Я просил бурные. И что сегодня, как и многие десятилетия, царит на нашей эстраде? Во-первых, конечно, я. Во-вторых, мои неистребимые последователи и, как говорят прогрессивные философы, третьего не дано. Бурные аплодисменты попрошу быстренько, пожалуйста. Я просил бурные. То-то же. Ведь если поразмыслить конструктивно, что сегодня любопытно и волнительно на наших эстрадных подмостках. Да, кстати, волнительно. Быть может, не все из вас знают, что именно я еще в 50-е годы дал путевку в жизнь этому изысканному словцу «волнительно». Волнительно, заменив им надоевшее, унылое, волнующее. Действительно, волнующее. Волнительно немедленно подхватили мои коллеги по разговорному жанру, за ними литераторы, работники сферы обслуживания, деятели науки, техники и так далее и тому подобное. А возьмем такие перлы, как задумка, свежинка, подлинка, оскорбинка. Откуда это, а? А кто заменил скучное, набившее оскоменное определение «интересный человек», полным таинственного обаяния «любопытный человечек». Все это я, дорогие друзья, все это я, все это с моей легкой подачи. Ну, это так, кстати, о чем я говорю? Ах, да, я не смогу обойти вниманием меня и мою школу легкой шутки, грациозной непроизвольности, беззастенчивого остроумия и, главное, тотального отсутствия каких бы то ни было мыслительных усилий. Помню, какая-то дама из шестого ряда, доведенная моим щедрым гением конферанса до клинического изнеможения, успела лишь выкрикнуть «Ой, мамочки мои!», как тут же из меня вылетел спонтанный шедевр «А сколько их у вас?». Да. Видимо... Видимо, слишком тонкая шутка для аудитории передачи «Вокруг смеха». Да, печально. Видите ли, я убежден, что чувство тонкого юмора у публики надо воспитывать. Я в этом глубоко убежден. Но о каком таком воспитании может идти речь, если 10 передач из этой концертной студии «Вокруг смеха»
легкомысленные устроители преступно обходились без меня. С ума сойти. Аркадия Обломова, черт возьми. И вот вам печальный результат. Таким образом, природные чувства железной логики конференса привело меня к объявлению непревзойденного мастера Александра Лаевского. Человек-оркестр. Друзья, 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 браво, 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 действительно. Боже мой, что умели люди моего времени, моего закала. Ведь если подумать, сколько скрытых резервов таит в себе этот феномен, а? Вы только представьте себе, ведь если существует человек-оркестр, то может появиться и человек-ЖЭК, человек-НИИ, человек-общее собрание гаражного кооператива, да мало ли что бы. Кстати, кое-что в этом направлении уже достигнут. В этой связи я с большим подъемом хочу предложить вашему вниманию личность. Простите, это старомодно. Хочу выйти на личность, представляющую собой чуть ли не целую секцию поэзии Союза писателей. Итак, человек-антология Александр Иванов. Аплодисменты попрошу, пожалуйста. Да, там на сцене можно было увидеть сразу несколько звезд, спокойно играющих в одном обозрении. Спасибо. Знаете что, Александр Александрович, давайте, так сказать, на равных. Прошу вас, идите сюда, дорогой. Прошу вас, дорогой. Ну что? Что, голубчик, не сладко, а? А давайте поменяемся местами. Каково мне целую жизнь быть послушной игрушкой в руках какого-то взорвавшегося актеришки, а? Кукольника, а? Ну хорошо. Давайте освободимся от этой унизительной, попросту говоря, леденящей душу зависимости и предстанем перед уважаемой публикой, как говорят программисты и автослесари, один к одному. Народный артист РСФСР Зиновий Герд. Конечно, не все из вас знают и помнят, что после войны, поступив после ранения к образцову в театр, я примерно в то же время стал выступать на эстраде. На эстраде я выступал, показывал очень любимых поэтов и очень любимых артистов. И таким образом вошел в эту необыкновенную группу людей, в эту необыкновенную часть человечества, которая занимается эстрадным искусством. Над всем этим пестрым и замечательным обществом царил Леонид Осич Утесов. Я хочу выразить свои чувства Леониду Осичу. Ну, я постарался сочинить некую песню, которую я ему, с вашего позволения, при вас и спою. ¶¶
Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытанней дар и чем слава старинней, тем они драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене, наши годы такие, и лишь только заслышу я песню твою, подступает к глазам колдовство ностальгии. Я было, я свое узнаю, ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе, там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня, голос лёди, тут не до пародии. Уверяю. Там телефонные переговоры не заменяли письма. Там химия не была такой главной, и в альбом писали стихи. А женщины смеялись звонко и часто, как часики зимы, и мелькали в Крыму на побережье. Марина и Владимир Скиженок, и Юрий Замятник. Артисты Ленинградского театра эстрадных миниатюр с куклами. Галина Корзина и Ефим Левинсон. Посмотрите сатирическую сценку «Любящий муж». Целовать забывай.
Слова забыл дальше. Не, рождение. А я сегодня праздную. Я сегодня праздную день рождения моей родной и горячо любимой Жанны Кати. Я уже 10 дней как праздный. Не, ей-богу, я ей даже подарок на день рождения несу. Конфетку. На сдачу дали. Но она все равно моей доброты не понимает. Ругает каждый день, спасу нет. Домой хожу как донор. Кровь хожу сдавать по капле. Вот сейчас иду домой и наперед знаю, что мне там приготовлено. Иду я по своей лестнице, на крылышках лечу к любимой. Если на руку никто не наступит. Открываю свою уважаемую дверь, она уже стоит. Вот чем шататься! Лучше бы дома книжку бы почитал, или еще хуже придумай. Если до музея не дорос, пошел бы хоть в детский театр, царевну лягушку бы посмотрел. Не, вообще я мою Катю, я ее очень люблю и даже сапоцизирую. Уходя на работу. Встречать вышла. Катя, Катя, пусти ты меня домой, а? Что? Не пускаешь? Да не пускаешь и не надо! Вот я уйду от тебя и все. Уйду от тебя совсем и буду жить один. Домой буду жить, и все. Когда же мы едем, вот уже годы жены. Thank you.
Там были мы с зарождающимися чертами лица и мелкими складками на месте будущих морщин. Там были мы другие. Мы сбегали стремительно и взбегали легко. А от одного прикосновения руки долго горело лицо и не открывались глаза. Там песни о любви были полны смысла и практического совета. Ночи безумные, ночи бессонные, речи несвязные, взоры усталые. Ночи последним огнем озаренные, осени мертвые, цветы запоздалые. Ночи бессонные, ночи безумные. Забыть нежные лобзания, уснула страсть, прошла любовь, и радость нового свидания уж не волнует больше кровь. На сердце гнет немых страданий, счастливых дней не ворочить. Нет сладких грез, былых мечтаний, нет сил не верить, не час роковой, когда встретил тебя, трепетно сердце забилось во мне, страстно, безумно тебя полюбя. Весь я горю, как в огне. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой в час свидания, в часы разлуки. Дышит все тобой одной. Не говорите мне о нем, еще былое не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, что я грустна, что верить людям перестала, что сердцем я совсем одна, что молода, а жить устала. Ах, не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Отойди, не гляди, скройся с глаз навсегда. Сердце ноет в груди, нету сил никаких. Сердце бьется в груди. Отойди, отойди. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Побудь со мной. Побудь со мной. Не мучь меня, мой друг, молю, тебя безумно так люблю. Я обожаю, слова чувстве говорят и страстью нежную манят. Я обожаю, я обожаю.
побудь со мной, побудь со мной. Вы мной играете, я вижу, смешна для вас любовь моя. Порою вас я ненавижу, молюсь на вас, порою я. Вас позабыть не знаю средства, я сердцем искренне скорблю. Хоть в вас царит одно кокетство, но я вас все-таки люблю. Ретро – это там. Это там, где было наше детство. Там была юность. Там весна долго не сменялась летом, и красота женщин была иной. Там наши мамы были молодыми. Там на фотографии жмурятся от солнца. Там был высокий берег. А на высоком берегу, освещенная желтыми фонарями, была асфальтовая танцплощадка. Там утомленное солнце нежно с морем прощалось. А далеко внизу, где пахло солью и водой, там, где маленькие волны пытались перепрыгнуть через крошечный камень, было темно, и только белое платье на черном утесе, вдаль от которого шла серебристая лунная дорожка. Там были музыка и смех, там были джаз и шепот. Выступает народный артист Советского Союза Леонид Осипович Утесов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Осипович. Садитесь, пожалуйста. Ну вот, программа называется «Вокруг смеха». Если эта программа называется «Вокруг смеха», то я бы свою программу назвал бы «Вокруг сердца», моего сердца. Я сочиняю стихи. Я бы сделал это сейчас смело, открыто. Но когда рядом со мной сидит этот человек, который из каждого стихотворения такую петрушку может сделать, что люди хохочут, что я могу читать? Стихи. Стихи? Стихи, не бойтесь, не бойтесь. Честно? Честно. Без подвода? Нет, хорошо. Не трону. Вас нет. Проходит год, как день. То длится день, как год. И оглянувшись, можно убедиться, что время то ползет, то медленно идет, то будто слишком быстро мчится. С рождения до 20 года ползут несмелые. А с 20 до 30 они идут умелые. Вот с 30 до 40 бегут, как ночи белые. А 40 и далее летят, как угорелые. Когда года твои ползут, ты прыгаешь и бегаешь. Зато когда они идут, шаг в ногу с ними делаешь. Когда же они начнут бежать, тебе ходьба – забота. А начинают пролетать, тебе сидеть охота. И как бы способ нам найти, чтобы в ногу с временем идти? Леонид Ильич, у меня такая к вам просьба действительно непростая. Может быть, вы, ну, хоть, так сказать, хоть что-то вспомните, расскажете о том, как вы начинали, как вообще все для вас начиналось. Мне было года 3-4. Я это чудно помню, потому что это недавно было. Я помню, как я выглянул и увидел во дворе нашего дома стоял человек, очень дурно одетый, с мрачным лицом, держал какой-то огромный ящик,
вертел ручку, и из ящика неслись чарующие звуки, совершенно чарующие звуки были. Ты разлука, родная сторона, никто нас не разлучит, как мать сыразина. И вот в этом я уже почувствовал свое будущее. И вот я рос. Я помню, я стал уже юношей. Я как-то проходил по моему родному городу, увидел открытые двери, какое-то большое помещение, стояли столики, стулья, люди сидели, женщины, мужчины ели, пили. А на эстраде стоял человек. Пел он приблизительно так. Ям-ям щит, ниган-нибыр, лошадь-бе-бе-бе, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Я мщи, не гони вид, лошадь бе бе бе. Это было очень трогательно и, с моей точки зрения, достаточно музыкальное. Но вот появляются маленькие оркестрики. И вот оркестрик начала 900-х годов. А что ты где не глянешь, лишь одно застанешь, и не жалея силы денег, всех хотят фасон держать, и терпят разные муки, и на разные штуки, и все кидаются, чтобы фасон свой доказать. Одевают узкие ботинки, целый день тачат на скитинринке, на ногах кулак мозоли стонет и кричит от боли. Лопни, но держи фасон. А вот в садах, в парках, на бульварах играли духовые оркестры. Играли они трогательные, сентиментальные вальсы, чаровали тогдашнюю молодежь. Это были оркестры, большей частью, добровольной пожарной дружины. Я рос, и я вырос, и я полюбил песню. Песня стала моим другом, она стала моим спутником. Я без нее жить не могу. Вы, наверное, знаете, что сейчас в Большом театре нашего оперы и балета идет опера, которая называется «А зори здесь тихие». И вот там в одном из актов девушки, играющие там роли, ставят патефон и ставят мою пластинку. И я пою «Сердце тебе не хочется покоя» на весь Большой театр. Я по этому поводу сказал, видите, как мне хорошо. Обычно в Большом театре к 60 годам певцов выводят на пенсию. Меня к 85 только пригласили в Большой театр. А сейчас я просто вам спою, чтобы вы слышали, что я еще могу петь. Спасибо, это прекрасно. Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, о том, что было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не сбудется, а скажется, забудется.
когда проходит молодость, то по-другому любится. Но что нам в жизни сетовать на то, что ночи длинные, еще полны рассветами все ночи соловьиные, коль ночи соловьиные поют цветы жасминые, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною. Пускай густые волосы, подернутые инеем, глаза твои усталые мне кажутся красивее. Что не сбылось, то сбудется, не сбудется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Прекрасно детство. Юность хороша, а зрелость мыслей созревания. Все эти стадии пройди ты не спеша, и знай, что старость хороша. Когда сильно твое сознание, и силу юности сменяет сила знания. Бывает так, что литературное произведение, приобретя всеобщую известность, как бы теряет автора. Но кто из людей среднего и старшего поколения не помнит такую песню, как «Гремя огнем, сверкая блеском стали»? Или, скажем, тоже прекрасная песня «Три танкиста, три веселых друга». А кто автор этих стихов? Кто автор песни? Я думаю, что многие затруднятся с ответом. Или, скажем, такая песня, как «Спят курганы темные, солнцем опаленные». А между тем, у этих песен, конечно, есть автор. Правда, он давно уже не пишет стихов, но зато широко известен как писатель, много и активно работающий в сатирическом и юмористическом жанре. Борис Ласкин. Предмет. Лично я работаю продавцом в мебельном магазине. В каком, говорить не буду, не имеет значения. Работа у меня исключительно нервная. Почему? Потому что все население только и делает, что ходит в наш магазин с целью приобрести мебель. На прошлой неделе заявляется к нам покупатель, здоровый такой, в очках. Ходит пальцами, до мебели касается. Я, конечно, его ноль внимания, зачем он мне нужен. А он углядел полку висячую, фигурную, и ко мне. Это что ж такое? Я говорю, вы разве не видите, это кровать. Это я шутку даю. Нас в торге инструктировали, чтобы мы с покупателем больше шутили для ихнего хорошего настроения. Очкастый говорит, остроумный вы человек. А как этот полк составляется? Как составляется? Руками. А поточнее, если... Тогда я ему говорю, у вас что, глаз, что ли, нет? Тут же все видно. Ну, допустим. А можно ее приобрести? Одну ее? Да, нельзя. Почему? Потому что кончается на У. Не понял, надо понимать. Полк продается только с полным гарнитуром. Ах, вот как, а отдельно не бывает? Почему ж? Бывает и отдельно. Отдельно жена, отдельно теща. Я на него вторую шутку расходую. А он увидал полку другого образца, стоячую. Выберите мне, пожалуйста, полочку этого типа, только чтобы была без дефектов, чтобы была хорошая. Я говорю, смотрите сами,
какая хорошая, какая плохая. Он говорит, ладно, тогда беру вот эту. И я говорю, мы прям тут с утра не спали. Думали, кому бы нам эту полочку продать? Я вас не понимаю. Я говорю, это же часть кабинета. Ну и что? А то, что нет нам расчета отдельными предметами торговать, гражданин, у нас план. Гляжу, очкастый как-то маленько растерялся. Ну, понимаю и не понимаю. Ну, ладно, выпишите мне, пожалуйста, вот этот журнальный столик. Ну, я выписываю их у нас навалом. Приходит с чеком, заверните, пожалуйста. Я говорю, зачем? Это уже будет излишество. Берите вещь и шагайте домой. Ничего не сказал, взял этот свой столик и ушел. А я думаю, бывают такие люди настырные, толокся в магазине. 100 вопросов, 100 ответов. А в итоге всей покупки цена 10 ре. А вот теперь слушайте дальше. Был этот очкастый в магазине в пятницу, а в субботу прямо с утра жутко мне зуб прихватил. Хоть на стенку лезь. Отпросил с работы и пошел в поликлинику. Меня как с острой болью, значит, без очереди пустили. Сел в кресло, головой мотаю, белый свет не вижу. Положил мне доктор чего-то в зуб, чувствую, маленько полегчало. Открываю глаза, и кого же я вижу? Совершенно правильно угадали. Стоит передо мной в белом халате и в белой чеплашке этот самый очкастый. Смотрит он на меня и вроде бы вспоминает. Мне кажется, я где-то вас видел. Я говорю, возможная вещь. Вы никогда раньше у меня не лечились? Я говорю, нет, не лечился. Я вас вчера в мебельном магазине обслуживал. Он говорит, а, правильно, правильно, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что ж, откройте рот. Я открываю, говорю, доктор, что у меня там с зубом получилось? Он говорит, у вас что, глаз, что ли, нет? Тут же все видно. Придется его удалить. Я говорю, да, ну если надо, я только прошу, сделайте мне это вот наркоз. Он говорит, зачем? Это уже будет излишество. Потом стал щипцы выбирать, говорит, хочу вас предупредить, один зуб удалять не буду. То есть как? А вот так, только с полным гарнитуром. Это как же понять? А очень просто, какой мне расчет? Отдельные предметы выдергивать. У нас план, дорогой товарищ. Я говорю, вы хотя бы укажите, какой именно зуб у меня плохой. А он говорит, сейчас я вас надергаю из зубов, а уж там сами выбирайте, какой хороший, какой плохой. Еще вопросы есть? Я говорю, нет, вопросов нет. Извините за внимание. Константин Канашкин и Алексей Моткин. Картинки старого цирка.
Музыка, смех, медленные танцы, во время которых не только видишь, с кем танцуешь, но и разговариваешь с ней, и номер телефона укладывается в голове спокойно. Вячеслав Полунин. Конечно, если говорить о нашем деле, то юмор был более поверхностным. Сейчас он стал глубже, оброс намеками, стал тащить на себе второй смысл и даже третий. Возросло умение читать между строк, искать в юморе то, чего там нет, находить и радоваться. И появились беспощадные сатирики, которые даже не подозревали, что могут ими стать. Виктор Васильевич Веселовский. Действительно грустно, когда времени не хватает даже на то, чтобы его транжирить. Будем экономить это время и говорить афоризмами. Фраза. Владельцы машин времени, дорожите временем, а не машиной. Когда сплетни стареют, они становятся мифами. Утрата коммунальных кухонь компенсируется массовым одиночеством. Повысим качество нити для дамокловых мечей. В человеке все должно быть прекрасно, особенно характеристика. Ну а теперь посмотрим, что новенького в прошлом. Последнее известие из рогов и копыт. Интересный обычай существовал в Древнем Риме. Покупателю, недовольному обслуживанием в магазине, вместо жалобной книги выдавались доспехи гладиатора, и он должен был выяснять свои отношения с продавцом в честном поединке на арене Колизея. Еще в прошлом веке в Туманном Альбионе бытовал старинный обычай. Почетному гостю здесь принято было подносить хлеб с английской солью. Творческий подход. Как известно, французский философ Вольтер во время работы опускал ноги в таз с холодной водой. Вены на ногах сужались, и кровь приливала к голове. Так лучше думалось. Творчески переосмыслив метод великого предшественника, аспирант кафедры философии Лушкин во время занятий опускает голову в шайку с кипятком. А в разговоре о времени и о прошлом никак не обойтись без анекдотов из жизни исторических замечательных личностей. Хочу предложить вашему вниманию некоторые из псевдоисторических анекдотов клуба «12 стульев». В тех случаях, когда по каким-либо причинам жизнь исторических личностей пришла
В противоречие с историческими фактами, администрация клуба ДС, естественно, изменила исторические факты. Герострата спросили, зачем ты, кошкин сын, поджег храм? А театра тебе было мало? Театр и без меня сгорит, ответил Герострат. Спиноза в детстве был очень капризным ребенком. Он не играл со сверстниками и все время читал серьезные философские труды. «Скажи», — спросил его как-то гость, — «почему ты не читаешь детские книжки?» «В них слишком много философии», — сказал Спиноза. Однажды Брэд Гард сидел в лагере золотоискателей. Заинтересовавшись простой прачкой, он спросил волоокую вдовствующую герцогиню. «Как зовут эту мисс?» «Она была замужем», — заметила соседка. «Ладно, как зовут эту миссис?» «Учтите, что она уже похоронила трех мужей и принимается за четвертого». «Прекрасно!» — воскликнул Брэд Гард. «Тем более хочется узнать, как зовут эту Миссисипи». Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует рубрика, которая называется «Бумеранг». Это ответы читателям без чувства юмора. Должен честно признаться, что рубрика эта берет свое начало от юмористических журналов, которые выходили в начале 20 века, «Стрекоза», «Сатирикон», «Всемирный юмор». Сейчас я вам продемонстрирую образцы этой продукции. Под вагоном опять, как вчера, начинают колеса стучать, а на крыше гудят буфера, словно хочут о чем-то сказать. Ваше интересное предложение об установке буферов на крышах вагонов мы хотим переслать в МПС. Нина танцевала с Иваном Николаевичем, вся трепеща от переполняющих ее чувств счастья, танцевала виртуозно в разные стороны. Извините, но Марина не вытанцовывается. Могу ли я, наконец, прислать вам свой роман? Жена говорит, нельзя, а мне очень хочется, очень. Может, действительно нельзя? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Перестаньте, сказала Вера Пудрись. Мой муж не дурак. Ответили, Вера права. Семья – это единство противоположностей. Кулаками рук он нанес Еремееву удар. Ответили, странно, что Еремеев не ответил кулаками ног. Она подбежала около него, дико улыбнувшись, и сказала, «Где вы девали моего сына?» Ответили, «Ваш рассказ мы отдали на перевод на русский язык». «Мне очень нравятся ваши ответы на глуповато интересные письма читателей». Полку интересных писем прибыло. И закончить выпуск клуба ДС я хотел бы одной фразой. Время делает свое дело, а ты... Раньше тоже были поэты. Они говорили другими голосами. Их было не так много, и стихи им давались труднее. Там были пародисты. Они тоже были другими. Они пародировали стиль, ибо он имелся. Теперь поэта приходится брать за нечто более живое, за его суть. Поэтому пародии стали тоже другими. Вот нечто философское. Московский поэт Вадим Сикорский написал: «Мне больше прочих интересен я. Не надо иронических усмешек. Объект для изучения бытия — я сам себе, я крепенький орешек». Небольшая пародия называется «Орех». Не смейтесь, не впадайте в этот грех. Ни кролик я, ни мышь, ни кот ангорский. Я убедился в том, что я орех. Ни грецкий, ни кокосовый, Сикорский. Приятно говорить с самим собой, впитать себя в себя подобно губке. Вселенная открыта пред тобой, когда пофилософствуешь в скорлупке, когда порассуждаешь о мирах без видимых физических усилий.
но временами наползает страх. Боюсь, как бы меня не раскусили. Московский поэт Евгений Винокуров пишет: «С детских лет и мне завет завещен скромности, его я берегу, но я видел раздевание женщин на крутом рассветном берегу». Я назвал пародию «Обзор». Бесконечной скромностью увенчан, в размышлениях проводящий дни, наблюдал я раздевание женщин. Ненарочно, Боже, сохрани. Небосвод безбрежен был и ясен. Вжавшись в землю, я лежал за пнем. Притаившись, был обзор прекрасен. Слава Богу, дело было днем. Весь сосредоточен, как дневальный. Я сумел подметить, что хотел. Эллипсообразный и овальный. Впадины и выпуклости тел. Искупались, волосы намокли, высохли, оделись, я лежу. Хорошо, что с детства без бинокля я гулять на речку не хочу. А вот явно лирическая поэтесса Галина Чистякова, небольшая цитата. «Невозможно не заметить вам моих блестящих глаз. У меня медовый месяц, и уже не в первый раз». Пародия называется «Про мед и деготь». «Не могу понять хоть тресни, где вы юные года. Замечательную песню хором пели мы тогда. Юбку новую порвали и подбили правый глаз. Не ругай меня, мамаша, это было в первый раз. А теперь прошу заметить, манны с неба я не жду. У меня медовый месяц, 10 месяцев в году. Я с избранниками смело то вожусь, то не вожусь. Надоело это дело, через месяц развожусь. А потом опять как в воду, не зевай да успевай. Да и что мне ложка меду? Ты цистерну мне давай. Но вину свою за это мне придется искупать. Могут девушку поэта в бочке дегтя искупать». Итак, лучшие ответы, что бы это значило. «Так от алиментов мы скрывались, что зимой на лодочке катались». «Рыбнадзор подледного лова. Браконьер не уйдет». «Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода». «Наконец-то дождались проката лодки». «Зима. Ребята, торжествуя, в корыте обновляют путь». «Ледокол в стиле ретро». Ну и, наконец, записка «Победитель». Куда гребешь ты, Одиссей, ведь позади уж Енисей». Пятый ряд, 47-е место. Прошу на сцену. Представьте, пожалуйста. Кафтелов Александр Евгеньевич. Где вы работаете? Кто вы? ЗИЛ, техник-технолог. Очень приятно. Поздравляю вас. Вот весь этот стиль кино и эстрады, музыки и одежды сегодня называется ретро. Это будущее, быстро ставшее настоящим. Конечно, сейчас щемит сердце, и кажется, что раньше было и солнце ярче, и море теплее. Ретро напоминает старый автомобиль. И смотреть приятно, и прокатиться забавно, но не приобретать же его всерьез. Там уже многого нет из того, к чему мы привыкли. Время ушло вперед. И приятно вспоминать про вчера, но жить-то нужно сегодня, чтобы видеть и понимать, как изменилась жизнь. Наша передача подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч!